вот и сеня. А вот это дуб. Вот это дуб. Именно его дитё сейчас растет у меня на подоконнике. Мать моего маленького дуба это. Да, Сеня? Пошли дальше? Пошли. Пошли. Травка у нас вот такая хорошенькая, красивенькая. Этот коврик. Ее даже не стригли, ничего, она сама такая растет, да? И протоптанная тропинка собачника. Сень, ты потерялся. Тебя не видят люди. Пойдем. Пойдем дальше, там еще интереснее. Молодец. Веселый пацан. Во время собеседования начал проситься гулять. Вот это было прикольно.